Почему желтеют листья на малине в июне? В сегодняшней аудиостатье мы рассмотрим причины, почему желтеют листья на малине в июне, и, исходя из этого, тактические приемы по восстановлению ягоды. Почему желтеют листья малины в июне? Пожелтение листьев малины традиционно начинается осенью, когда ягода перестала плодоносить и постепенно готовится к зимнему периоду. Появление желтых листьев на малине в июне нетипично. Причиной этого может быть заболевание бактериального, грибкового или вирусного характера. Для того, чтобы применить правильное лечение малины от желтых листьев в июне, необходимо детально рассмотреть симптоматику возможных заболеваний, чтобы определиться с причиной возникновения нарушений. Почему желтеют листья на малине в июне? Ржавчина, корневой рак, хлороз. Ржавчина на малине. Заболевание проявляется на малине быстро. Листья ягоды постепенно подсыхают, а затем стремительно желтеют и опадают, оголяя побеги. Причиной появления ржавчины является грибок. Он передается через удобрение или поражает прямо из почвы. Симптомы ржавчины на малине. Пожелтение листьев, появление темных пятен или спор на нижней части листа, активное распространение спор, подсыхание побегов, опадание листьев. Болезнь начинает развиваться в мае, но может проявиться и в более поздние месяцы, особенно если погодные условия нестабильны в регионе выращивания. Как лечить ржавчину на малине? Использование 1% бордоской жидкости для профилактики и лечения листьев малины от ржавчины. Уничтожение поврежденных участков растения или растений с последующим сжиганием побегов. В качестве профилактики очищать участок от травы и опавших листьев. Весной удобрять почву навозом. Использовать также для посадки устойчивые сорта малины, например, желтая спирина и прогресс. Корневой рак у малины. Корневой рак проявляется как наросты или вздутие на корнях малины. Заболевание развивается в период, когда кусты начинают активно обрастать ягодами. Пробуя малину с пораженного куста, можно отметить, что ягоды потеряли свой характерный вкус. Симптомы корневого рака. Вздутие на корнях, измельчание ягод и побегов, пожелтение листьев. Как лечить корневой рак у малины? Использование химических препаратов, выкорчевывание и сжигание поврежденных кустов, соблюдение севооборотов до 8 лет отсутствия посадок на том же месте, удобрять фосфатными калийными компонентами, удалять сорняки. Хорос на листьях малины. Как лечить? Хорос относится к числу вирусных заболеваний. Вследствие его появления листья малины начинают желтеть и покрываться бурыми пятнами, а затем скручиваются. Хорос листьев малины может вызываться паразитированием тли, однако известно развитие заболевания из-за нехватки минеральных компонентов – железа, бора, марганца и прочих. Симптомы хлороза на малине – пожелтение листьев малины, скручивание и опадание, измельчание листьев и побегов, сухие ягоды, непригодные для употребления, предшествующие паразитирование, например, тля на кусте, переувлажненная почва, повышенная щелочная реакция. Как лечить хорос малины? Обработка инсектицидом Атли плюс фунгицидом и восстанавливающим препаратом. Снижение щелочной реакции по необходимости, внесение гипса. Контроль влажности почвенной смеси. Рыхление земли и внесение торфа, компоста, перегноя. Своевременное удобрение малины. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, переходите на сайт и читайте новые статьи, ставьте лайки и пишите комментарии. Мы будем рады вашей обратной связи.